Хей-хоу, ребятки! Всем привет! С вами Борода, Shadow Fight 3, и мы продолжаем нагибать вражину. Поехали! Для начала откроем один из наших обычных сундучков. Посмотрим, что мы вылутим отсюда. Так, парные мечи, еще парные мечи. Комплект штрафника и электрошокер-доспех. В принципе, хорошо, спасибо. Идем дальше. Так, бесплатные карты у нас тоже имеются. Давайте посмотрим. Так, шлем штрафника, 20 монет. Отлично. И еще один пак бесплатных карт, который мы тоже сейчас посмотрим. Так, 25 монет. И, в принципе, ничего ценного, как обычно. Хорошо, давайте-ка выполним наши задания, ребята. Так, бой в темноте. Давайте посмотрим, что за бой в темноте, что он из себя представляет. У меня серебряный шквал на вооружении, ребят. Меч просто охренительный. Против копья будет тяжеловато, не спорю. Так, но все же, этот меч настолько крут, что мне... Теневой солдат, да ну нахрен, вы видали? Теневой солдат затмевает полностью мне экран. Я сначала подумал, что все, доигрался, приехал. Но нет, это оказывается так надо. Первый раунд за мной, хорошо. Стартует точно так же. И еще раз, хорошо, и добиваем. Ребят, это самый легкий, наверное, бой. Меня ни разу даже не ударили за два раунда. Перфекто, мне сказали, я победитель. И это так. Хорошо, мы проходим дальше. Реально, если у тебя есть серебряный шквал, братан, я тебе его рекомендую. Он охренительный. Он очень крут. Идем дальше, друзья, идем дальше. Давайте-ка посмотрим на наше следующее задание. Мир мертвых, театр легенд. Как обычно. Так, посмотрим, что нам тут приготовили. Если че... Ух ты! Раскраска у него неплохая. Так, он быстр. Так, я не успеваю сделать атаку. Так. Хорошо, вертухан пустил. И понеслась, давай. Да ладно, как он успел раньше меня нанести удар? Благо, у меня хотя бы нормальные доспехи. Это меня радует. Бросает постоянно. Мы играем против мертвеца. Я же говорю, он как-то выглядит странно. Хороший хедшотик. Добиваем, ребят, и отправляем его в нокаут. Отлично. Хорошо, есть победа. Давайте еще раз. Раунд 2. Так. Ни хрена себе, мертвец сменил вооружение. Это что-то новенькое. Так. Да, я же, кстати, забыл, что мы играем за Кагуна. Точно. Так, а у меня нету серебряного шквала. Я-то думаю, что-то здесь не то. Теперь я понял, в чем проблема. Так. Точнее, я просто вспомнил. А, больно мертвец сделал. Так, он быстрее немного, чем я. Но хорошим хедшотом в голову мы его выносим. Отлично, мертвец проигрывает. Два раунда. Еще один раунд. Поехали. Зато заметьте, мне нужно выиграть против мертвеца три раунда. Но если я солью хотя бы один раунд, то это поражение. Так, то есть он показан, отмечено, что если я сливаю хотя бы один раунд, то все. Атака. Назад. И атака. Блин. Вот это сейчас очень горячо. Удар, удар. И вынесли. Отлично. Два толчка и удар с мяча. Отправлять его в нокаут. Три победы над мертвецом приносит мне 145, где-то 150 монет. Шлем штрафника, два кристалла и гильотину. Так, отлично. Так, ну и парные мечи. Хорошо, спасибо, продолжаем. Так, фанатка Кагуна. Кагун вернул свою жену к жизни и вышел из царства мертвых. А тебе за этот бой полагается хорошая награда. Ну, сказать, что это прям очень-очень хорошая награда, я не могу, если честно. Ну, такое, что-то среднее. Давайте-ка отправимся в дуэли, ребят. Давайте посмотрим, что за противники нас сегодня здесь ждут. Так, GR Rig 487 кубков. Попробуем накинуть, попробуем одолеть. Посмотрим, что из этого получится. Так, у него два молота. Начну с обратного удара. Не смог, ребят, просто вот не смог, не успел. Так, есть атака, хорошо. Ублюдок. Есть, прошла атака. Поехали. И
выносим. Мне просто нужно сделать вот эту контратаку и все. Делаю контратаку, у серебряного шквала настолько мощный дамаг, что он сразу же улетает, понимаете? Просто сделать одну контратаку. Так, хорошо, попробую сразу проштрикнуть. Отлично, смотри. Вот, ай-яй, в теневуху попал. Повезло, что он реально вошел в тень. Так, и есть. И наказываем. То, о чем я вам говорил. Победа. Серьезно, я так хотел серебряный шквал, и я реально рад. Я рад, что я не ошибся, что я его и другим советовал, потому что он безумно крут. У меня X2 серия побед, давайте-ка пройдем дальше. Посмотрим, что из этого получится. Хорошая победа, как по мне. Так, стил 551 рейтинга. Это серьезно. 551 рейты, это очень хорошо. У него тоже серебряный шквал, и доспехи, по-моему, лучше. Я первый стартую. Хорошо, попали. Так, захват, бросок, отлично. Так, атака, и надо бы добить. Да, хорошо. Я боялся, что он ударит коленом быстрее, но нет. Блин, очень приятно получать победу над соперником, у которого рейтинг выше твоего. Так, первый, начинаю старт. Так, он использует теневую магию, я отбиваюсь. Так, обратный удар у него быстрее. Так, меня зажимает, отбрасываю его и начинаю атаковать, ребят. Хорошая атака, очень хорошая. Обратный удар, и мы его выносим. Просто в сухую, понимаете? Хорошо. 2-0 в мою пользу. Идем дальше. Это, ребята, серия X2, как обычно. Так, но это уже третья подряд победа. Это радует. 582 рейтинга у меня. Идем дальше. Посмотрим, кто нас ожидает. Так, Сэммит Сакар 1977. Хм, староват. Староват. Нужно пожалеть старичка. Так, посмотрим. Так, два молота. Это девчонка. Так, ну или, по крайней мере, перс женского рода. Так, раз. И два. Хорошо. Слушай, вообще отличная атака. Как по мне, бросок. И надо бы наказать. Давай, до свидания. Ух, это настолько больно, что мне даже жаль своего соперника, понимаешь? Перфекто. Конечно, перфекто, потому что ни одного попадания по мне. Разве может быть лучше? Сейчас по-любому в теневую сразу же войдет. Я же говорил, сок. Я же говорил, братан. Так, не дадим ему использовать обилочку. Хорошо. Ай, промазал. Захват. И давайте-ка закончим с ним. И... победа! К сожалению, пропустил один удар, но ничего страшного. По-моему, и так неплохо. Кто крут? Борода крут. Правильно, ребят. Совершенно верно. 600 кубков. Наконец-то новый дан, ребята, получили. Третий дан у нас уже. Очень хорошо. И вот здесь уже должны быть соперники гораздо круче и с круче доспехами, чем у меня. Ну и, конечно же, соответственно, с оружием тоже получше. Посмотрим, давайте-ка попробуем победить людей, у которых дан третий. Так, смотри, 590 кубков. Интересно. Почему-то дали парнишку, у которого кубков меньше. Так, тоже серебряный... Нет, стоп, это не серебряный шквал. Он атакует быстрее меня. Хорошо. Так, еще одна атака. И еще одна атака. И давай-ка допрыгни. О, отлично, боже, я надеялся, что он допрыгнет. Серьезно, иначе... Ах, как проворен он. Хорошо, слушай, очень хорош. Так, а ну-ка, а ну-ка. Обратный. Не-не-не-не-не-не-нет, я проиграл раунд. Да не, смотри. Не-не-не-не-не-не. Хорошо. Вот, блядь. Сначала я вывел его из строя, но потом все же он меня добил. Твою мать. Первый раунд проигран. Это плохо. Так, обратно. Да что ж такое? Раз. Да ладно, бро. Братан. Да, прошел удар, хорошо. Есть. Еще. Есть. Еще. Есть. И... с разворота. Хорошо. Черт возьми, я остался без оружия. О, не-не-не-не-не-не-нет! Сука! Как же так? Вот вам и третий дан, друзья. И сразу меня опускают ко второму. Так, не, ну я еще остался на третьем. Мне нужно получить победу. Но если я не получу победу, то, к сожалению, ничего не получится.
Давайте-ка попробуем еще одну победу сделать. Посмотрим, что из этого получится. Так, поехали. Так, начинается бой, друзья. Два молота против меня. Я по-тупому их сливаю, к сожалению. Но ничего страшного. Сейчас мы попытаемся отыграться. Так, это, считай, ему повезло. Давайте-ка попробуем еще раз. Сразу с колющих ударов. Блять, эти гопы. Бросок, хорошо. Это мой реальный шанс, друзья. Он блочит удар, ты представляешь? Хорошее попадание, выбивает молоты с рук. Теневая, ребят, теневая. Так, отличный захват. Это мой шанс, опять-таки. Есть попадение. Давай, свертуна! Блядь, блядь! Сука! К сожалению, мы проиграли. Очень жаль. И еще один бой. Я хочу вернуть 600 кубков. Я хочу вернуть 600 кубков, ребят. Это не дело, серьезно. Просто не дело. Так, давайте-ка попробуем еще раз. Копье. Замечательно, блядь. Попробую против копья еще и выиграть. Так, это-то не так-то и просто. Особенно если тупить так, как я. Так, есть попадение. Хорошо. Он проныривает, скотина. Так, есть колющие, проходят отлично. Так, он уязвим для колющих, поэтому выносим его в этом раунде. Отлично. Так. Он просто очень сильно открывается. То есть он не блокирует удар. Он даже по мне ни разу не попал. Хорошо. Пробуем еще раз ту же самую схему. Посмотрим, изменит ли он тактику. Он вообще что-то тупит по полной программе. Он хотел использовать теневуху, но что-то он немного затупил. Провтыкал. Так, я атакую первый. Так, пропустил удар, к сожалению. Еще один удар пропустил. Да ты что? Смотри, он разошелся прямо-таки. И он меня выносит, да. По раунду есть. Он сделал выводы, что я могу сказать. Он реально сделал выводы. Хорошо. Давай еще раз. Давай. Отлично, мы сбили его с ног. Я начинаю атаки. Так, моя атака не проходит. Так. Хорошо, делаю захват. Упираю его в землю. И зря я подошел. Черт возьми. Да ну нахер. Что-то пошло явно не так. Такая была красивая серия побед из 6 поединков. И так я жестко сливаю 3 боя уже подряд. Еще раз пробуем, друзья. Еще раз. Акижан Манагеледим. Так, поехали. 572 кубка. Серебряный шквал. И посмотрите на его доспехи. Так, каким-то чудом я атакую... Блять, слишком рано я сделал эту атаку. И я выношу... Нет, блядь, так как так? Я должен был его убрать. Еще за тем ударом. Так, 1-0 в мою пользу. Не нужно расслабляться. Хорошо, есть. Так, блин, у него охренительные просто доспехи. Так, я первый стартую. Хорошо. Он делает ту же самую ошибку, что и в прошлый раз. Я не понимаю, зачем он подходит каждый раз ко мне. Но, тем не менее, это факт. Блять, захват. Так, пускай подходит. Давай. Теневую, блять, используй. О, черт. Ненавижу теневую магию, из-за нее мне вечно попадает. Блять, просрали раунд. Хотя должны были его брать. Из-за теневой вечно мне попадает. Вот я играю без теневухи лучше, ребят. Я знаю, что это глупо звучит, но я без теневухи играю лучше. Нахер эти комбо, серьезно. Так, отлично, колющие, все, за счет колющих выношу его, без каких-либо заморочек, просто колющие удары, 4 удара, и он лежит на полу, а я праздную победу, наконец-то. Так, мы возвращаем свои кубки, но мне нужна еще одна победа для того, чтобы подняться на 600 кубков. Я хочу, чтобы у меня был третий дан заслуженно, понимаете? Мне нужны мои 600 кубков. Отправляемся в бой. Опять-таки серебряный шквал, амуниция почти что одинаковая. Я стартую первым, хорошо. Чисто колющие опять-таки проходят. И я опять-таки выношу его с 4 колющих ударов. Опять-таки не сделал парниша выводы.
Но нам это играет на руку. Мы перфекто, мы получили победу. Посмотрим, как он отыграет во втором раунде. Так, что он сделает? Так, опять-таки, смотри. О, сейчас я ошибся, но я... Ай-яй-яй-яй-яй, хорош! Очень хорошо он это сделал. Твою мать, комбо проходит. Тут прям очень хорошо. Блять, он сносит меня. Красавчик, респект. Просто респект, молодец. Он сделал выводы и сделал все правильно. Видали, делал шажки назад. Красавчик, просто красавчик. Вот это реально респект. Интересно, сейчас тоже отойдет? Нет, сейчас он решил с теневухи начать, и тут я провтыкал. Смотри, смотри, смотри. Чувак шарит. Чувак тупо шарит. Давай, давай, давай. Угу. Хорошо. Хорошо. А, не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет, сука! А, там оставался один удар. Скотина, чертов один удар. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этом мы закончим выпуск. Думаю, здесь более чем достаточно бомбежа от бороды. Всем спасибо и пока-пока.